Да, прапор, расскажите, пожалуйста, о том, как украинские войска попали в окружение в окончательное. Ну, наши мобильные группы на джихад-мобилях с минометами совершают разъезды и рейды разведдиверсионные. Поэтому бьют их со всех сторон. Вот. Фактически осталось не очень много путей, по которым они могут в этом месте от российской границы до Снежного передвигаться. Также в районе Дмитровки и Кожевни попала колонна, скажем так, вчера в засаду, где ЗУшек передвижных, бронированных наших Уралов и наших минометов, они были разбиты. Долго кричали, долго горели. Ну, это начало, потому что сюда пришли славянцы и настроены очень сильно отомстить всем. Люди, которые надеялись здесь отсидеться до конца войны, могут на это не надеяться. Будут отомщены и уничтожены. Никто отсюда с Донбасса, живым отсюда не уйдет, это точно вам говорю. А по поводу, где они именно в окружении, какая группировка войск? Они сами сидят блокпостами, разобщены, вот, растянуты по всей линии российско-украинской границы. Поэтому сказать конкретно в каком, я пока не могу вам, это и не надо говорить. Бьем, уничтожаем дымы, которые горят. Вы вчера могли видеть, эта колонна, 5 очагов пожара на горизонте. Это вот последствия разбитой этой колонны. А сколько там, возможно, личного состава было уничтожено? Ну, хотя бы там, я не знаю. Не считали и близко не подходили, честно говоря. Это все было дистанционно, на расстоянии. Не было такого, чтобы разбили, потом зашли и зачистили. Потому что везде расставлены батареи у них. Вот есть артиллерийский створ, куда наши, ну, разбили, отошли. Пока что артиллерийские дуэли мы не в состоянии выиграть. Пока что у нас мало орудий. Но трофейные орудия приходят. Мы кормимся с тех же складов, что и они. Слава богу, они нам поставляют такое вооружение и боеприпасы. А поставляют в каком смысле? Мы захватим? Трофеи. Трофеи. Хотя этого не признают, как не признают своих погибших, которые хоронят на обочине, блин, с обычной надписью «Погиб за Украину». А потом матерям специальные службы отсылают смс-ки, чтобы создавать видимость, что они живы, их не дети. Все. Отлично.